Трасса, автоцистерна с воспламеняющимся веществом подрезает пассажирский автобус. В результате взрыв и десятки пострадавших. На такой смоделированной ситуации тренировались спасать людей работники ГАИ, врачи скорой помощи и пожарные. В результате псевдо-ДТП пострадавших эвакуировали, пожар потушили, раненых спасли. Работники службы по чрезвычайным ситуациям говорят, подобные аварии, к сожалению, не редкость на дорогах. Ситуация была предусмотрена, которая часто возникает на дорогах, на магистралях. Были такие случаи на железнодорожном переезде в 2004 году. Такого же типа автобус ЛАЗ-695. Произошло столкновение с грузовым поездом, в результате которого пострадало 25 человек и погибло 16. Благодаря таким учениям, утверждают врачи, есть возможность научиться работать слаженно и четко, тем самым минимизируя последствия дорожно-транспортного происшествия. Чтобы это все было на автомате, чтобы никакая ситуация бригады скорой помощи не ставила в штопор, можно так сказать, чтобы мы были готовы к любой ситуации в жизни. Желают, чтобы подобных ситуаций не происходило. Анастасия Большедворова, Виталий Прус, Думское ТВ.